знамена. Крепнем всякий честный человек. Он сохранил свой искренний любви. России будут с нами. Здравствуйте, учредительное собрание. Граждане, ура! Ура! Уважаемый, по какому случаю? Разве революция, папа? Господи, святите. Граждане и братья, выборы в учредительное собрание доказали, что народ верит нам. Мы десятки лет боролись с большевиками, с их бреднями. Наша партия есть единственная верная партия. Защитница интересов трудового крестьянства. Ура! Мы за социализм разумный. Ура! И выгодный для большинства трудового крестьянства и лучших рабочих. От лица славной партии социалистов-революционеров я вас приветствую, восставший народ. Ура! Судила большевиков! Отбираю слово. Партия левых и товарищи! России пролетарская революция! Вся Россия поднялась! Трогнули буржуи! Зашаталась война, штык в землю! Побороли кровавого царя Николку! Скинули фабриканта эсера Керенского! Большевики берут верх по всей территории! От Балтики! До Черного моря, за Волгой, Уралом, Забайкалье, везде советская власть. Большевики берут власть в свои руки. А это, братья мои, такой народ, который самый правильный. Их программа коренная. Фабрики рабочим, землю крестьянам, мир народам. Ура, товарищи! Ура! Чможе окаянный, чем попутал. Я тебе блинов испеку. Эх ты, дура, блинов!
Да пошла ты с блинами. В России вон революция, она... Трау! Слава тебе, Господи, революция какая-то. А где сам-то? Сват, живой ты там? Живой. Жив будешь, хрен помрешь. Проходи. Проходи, кум, садись. Отведай с вас пылу с маслицем, с сметанкой. Что ж теперь будет, а, Аверьяныч? Царя спихнули, Керенского под зад. Конец света. Как же без царя-то, а? Не знаю, Сват, не знаю. Баландеван, оркестр медный, флаг Кумачевый. Федь Карланин объявился. Орет. Вся власть лишь каким-то советом. Песни поют, митингуют. Не знаю, Сват, мои Иван Павло и Петро возле Поповского дома тоже митингуют все. Что ж теперь делать-то, а? Чему все это? Добро и худо? А, скорее что к худу. Потому как на нашей память с тобой, Сват, все, что не делалось, все к худу. Ах, Господи, не уйти, не укрыться никуда. А куда уйдешь с земли-то, когда по всей России революция? В землю-то не уйдешь. А может, Сват, в нашей жизни еще что сотворится? Небывалые, удивительные, а, Сват? Все, все, Верик Тарбаркович, Сват, все. Ух ты, блин, ух ты, блин, ух ты, блин, трат-татушки, трат-тата, ух ты моя, трат-татушки, трат. А ну как ты и стоять умеешь, а? Стой, стой, трат. Деда испугался. Кем ты еще он-то? Михаилом. Михаилом, спасибо, Вишенка. Ну что ты? Ах ты. Ах ты. Ах, гляди. Гляди, гляди. А, вон революция.
вернулся, Ириш? Свобода! Мужики! Вся власть советов! Ах, твои дитя милые! Неразумные, а может, она это удивительная, необыкновенная и делается для тебя в России, а? Ах, твои дитя. Почини Харламовым! Разметалась наша степь. За Салтыковым лесом земля. За Большим Маром тоже земля. Повсюду земля. Товарищи крестьяне, советская власть глядит на вас с надеждой. Сегодня она отдает вам вот эту землю, а завтра ждет от вас хлеба. А, товарищ Шабатин, теперь от наших хлебов у народа пузо вылупится. Да, все рассчитано. Что советской власти, что на семена, а что и на пропор. Что на пропор? Да что на меня? Будя, языком молоть. Приступай, Петруха. Ну, починай. Ну? Ну, мужики. Выходи. Тяни свою счастью! Ну давай, смелее, мужики, выходи на круг! Ну! Ты какая очередь! Выходи! Фасон держи! Судьба определить! А ну давай! Тады я! Стой, стой! Куда? Так стой! По какому такому праву? По советскому! По советскому! Ты походь! Это как? А вот так! Тебя царь кашей кормил? А меня плеть убил. Вы, Савкины, супротив советской власти были. Так что погодь. Пошел, мироед! Уходь, уходь! Грьяного отродья. А коли сомневающиеся? Тому поблажка. Да валяй, Соловей! Выходи. Выходи, Соловей. Поди по списку. Выкликай, Федор. Звонаревы. Ну, Максим Звонарев. Ты не. Двенадцать. Дюжина. Илья Рыжов. Есть, Сёшка. Седьмой. Седьмой. Полетаевы. Чего жмуришься? Не к бабе за пазуху лезешь? Шестой. Шестой у него. Карпушка Колунов. Здесь он. Тащи, Карпуха! Голова, два уха, третья, борода! Жива душа, калачика, чай. Оп, дари-бари, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Четырнадцатый, оп. Орламовы! Да? Братуха. Ну, кривая, вывози. Ну-кась, 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 сикась, накась. Э? Эх, 18, не добор. Чего мусолим, мужики? Начинай! Давай миши старые ломай! Давай подряд, на прополу! Так, дай сбор, мужики! Что хлеб, что мякина! Что песок, что глина! Молебен! Начинай! Какой молебен! Мужики, не Бог давал землю, не царь, а советская власть. Чтобы я хлеб ел, а не он меня. Ура! Ура! К нам
приехал сам Шабатин, у Ява ума палатин. Ай-люли, ай-люли, малинушка, как сама пошла у нас зелена дубинушка. Не убитый к нам, не ранен, возвернулся сам Орланин. Ай-люли, 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 малинушка, как сама пошла у нас зелена дубинушка. Не видывал болвана, поглядите на Ивана. Ай, люли, дай, люли, разлюли, малинушка, как сама пошла она, зелена дубинушка. У Ефремова Федота по ночам идет работа. Ай, люли, дай, люли, разлюли, малинушка, как сама пошла она, и давай чеки у меня сочиняй. Дед Карпушка при народе отрестался за тебя узнала-то? Чего-то не узнала-то. Да уж, узнала. Про меня нечего узнавать. Все узнала. Сегодня только Бог знает. Слух идет. Ванька-то, ну, Наташку Пытину из Панцеревки за себя сосватал. Какой Ванька? Такой, такой. Такой. Чего? На, и спи. Скучно мне, Дарья. Родиночки, а я на берегу, дайте тонкую тростиночку к нему перепеку.
жив. Жив, Михайло. Шабаш, утром перевеем, скребем, потом займемся опросом. Распрягай лошадей. Люба, Феня! Настя! Настя! Есть, беги! Есть! Свояк. Здорово, здорово. Поклон свояченице. Здравствуй. Проходи к нам. Садись, поешь с нами, чем Бог послал. Да чего ж не поесть? Она можно поесть. Ну, хлебай. Ты, наверное, раздумай, Николай. Говорят, Россия. А как это понять? Что ж Россия? Государство она. Рабоче-крестьянское. По городам рабочие, поселок крестьянское, вкупе советское. Тут и Россия. Велика Россия. Только понять это непросто. Чем она теперь велика стала? Смотрели на нее издалека, на Россию. Весь потомошних годков. Ты говоришь, рабочая крестьянская. А крестьян-то на ней сколько, а? Городов, почитай, с полсотни, не более. Осел. Деревей, уездов. Это ж целый тыш. А вот шмульё. Вот они-то и есть Россия. К чему клонишь, не пойму. А, к тому и клоню. Что не рабочая крестьянская, а крестьянско-рабочая. Что в лоб, что по лбу. Влюбит и едино. Не, не едино. Нас крестьян-то считать, не пересчитать. Вот мы-то и есть суть земли-то русской. А, суть-то суть, а во что... Чих от слов наслухался. Много нас, мужиков, миллионов. Но все мы врозь. У тебя коровенка, у меня лошаденка, у кого полноскотница. У рабочего фабрика, у рабочего завод. Завод с заводом, фабрика с фабрикой. Тут и советская власть. Еще и с мужиком, смычка. Серп и молот. Дурак не поймет. Ну ладно, дураки-то они самосеем рождаются. А я разве дурак? Вот скажи, а чего обман в России получиться может? Чего? Вот слух сюда. Россия земля крестьянская, так? Ну, рабочая, она есть рабочая. Допустим. А крестьянин
Он сам по себе. Он и Гурьян Савкин. Он и Илья, скажем, Рыжов. Два бога в нем. И трудяга невероятно. Нет, говорят, такого прихода, где по ни одному богу молились. Вот в этом и есть обман, Николай. Не слухайте их. В этом есть обман. Есть такой приход. Есть. Что мужик, что мироед в нем, норовят иметь как можно больше. И хлеба больше, и земли больше, и скотины больше. Вот в этом, Николай, и распутье. От тебя и раздор ума. К большему рваться, оно в мироеды угодишь, а к меньшему беспортошники. Где теперь обман? Где она, правда? Ну, ладно. Спасибо за хлеб, соль. Пойду. Я ведь что тебе приходил-то? Завтра загоны решили сделать. Бирюка брать. Будь с 05-м. Пойду. С дальнего переезда пойдем. С леса. Ага. Добро. Салтыковский лес. Ну, будь здоров. Давай. Бесплатную церковь! Смотри, смотри, народ!
Чего ты глядишь? Кланяйся, сыночек-то! Аль опять возгордился? Кого задрать думаешь? Кому горло перегрызти? Запирай подворье-то! Не то польку берёг умыкнёт! Веселей! Веселись, мужики! Вот, Микол, твой матерый. Из похмелья ковыляешь, а мы за тебя все работать должны! Работа! Коляска, я вот мне! Ах ты! Да я тебя! Ах ты, недоносок! Я недоносок! Я не посмотрю! Что ты еще? Это второй! Крыльчиню! Отпусти! Отпусти! Не спой на палате свою силу! Решено. Раз сделал. Ты сам соломаться обожрешь. Ты такой здоровый. А еще снова не связывается. Пусти, мальца. Антихрист. Семьями. В одной печке готовим. Еда разная. У кого погуще, у кого пожиже, у кого еще жиже. В разбаве по числу ртов. Решено, стало быть. Раздел. Умный человек должен целить в хозяйство, а мы мимо. Народища нас много, а хозяйства мало. И хорошо это.
не прочно. Тащи, Микола. Корюху, старуху. Пошел бы ты. Вильмух, тады. Знаете. Начинайте же. Восемь бед, один ответ. Камиласочка, хоть бланк. Я за вас душу мою! Ланку, ему ласточку, у меня эту старую сучья порву. Я это убью! Убью! Рыжку! Колбасу! Колбасу! Убью! Ты что робишь? Что ты робишь, сука? Ты слишком... Орел! И бланк, и власть! Понят, кубуки! Открывался это! Что ты опять, что за бред? Иди, хлопец! Масса ты, коняк! Сики! 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 Дед... Деда... А поп помрет? Помрет. Архиерей. Архиерей помрет. А Боженька? Нет, Боженька не помрет. Он вечен. И ты вечен? Нет, Мишенька. Я не Бог, я не вечен. Я помру. Все люди смертны. Я и ты. На той живем. Дело свое сделаем и помрем. Дело-то вон сколько, ни тебе, ни дяде Петрухе, ни маменьке моей. Дело не переделать, ни по дому, ни на полях. Мы, Мишаня, по счастью, жизнь на полях. А на полях-то мы крестьяне. Крестьяне в поле пашут, в поле хлеб родит. И выходит, главное, это наше дело крестьянское. Чтоб поле ржал хлеб. Сколько нужно хлеба-то? А на всю Россию. На поскольку? Народу накормить надо. А ты вон какой старый, скоро помрешь. А дело свое до конца не доделаешь. Глупый ты, Миша. Ведь будешь жить ты. У тебя будут дети. А ты от кого? От Харламова. Вот. От Харламова весь век крестьяне. Стало быть, и ты от крестьян. Тебе дали жить, хлебушку подымать, детей растить. Что в нашей крестьянской бессмертии? Ты шо, Мишенька? Тебя
тебя жалко. Всех жалко. Архиерея не жалко. Переезда. Они ближе. И крупного куста. Папа, берегитесь! Берегите, за вас первым возьмутся! У вас мясо вкуснее! Спущайтесь. Ах, дураки-то. Мам, скажи, волков не боюсь. Нет, не боишься, дочь, не боится на волков. Так пробежала весь мамкин грех наружу. А пенька-то? А чё пенька-то? Ёбки за голову, голову в бикину. Дайте вам волки за пенька. Жалко Бирюков! Бабского мяса нет пропасть! А может, брюки-то прополоскать, а? Холодно в мокром сидеть. Рыба-то в реке сдохнет. Святой Егорий, употреби власть свою над волками аспидами. И отврати беду от детей моих. Отврати беду от чад моих, святой Егорий, употреби власть свою над волками аспидами, и отврати беду. Thank you.
скороте. Егор Алексеевич, защитничек ваш. Наконец-то вы свернулись. Гражданин Есаул, я понял. Скороте всех. Гражданскую войну перевешиваю. Я сам их вешал трижды в душу мать. А, это уж как прикажете, Егор Алексеевич. Исаул так Исаул. Никодим! Здесь я! За лошадьми присмотри. Я моментом. Слухаю! Егор Алексеевич, угощайся, угощайся, вот, дорогой. Правда, шибко-то не разгуляешься по нашим порядкам, правда, агенты лютуют. Не приведняйся, хозяин, я, почитай, с 17-го года пшеничного кровати не пробовал. Что надумал-то, Егор Алексеевич? Как думаешь, у кого из мужиков еще ржиться-то осталось? Куда пойти? Продотрядовцы в какой раз накатывают, все выгребли. Я теперь мужик обычный. Сам от недоеда с детьми отощал. Буду прибедняться. Выжигай был, выжигай остался. Не стесняйся, Егор Алексеевич. Ешь волю. О, телят у тебя, а? Откель, жратва, спрашиваю. Отвечай, трудовой крестьянин. Гнида, писал в депах ты как сыр в масле. Егор Алексеевич, Егор Алексеевич, время ли но не считаться. Свои люди-то. Для сугреву. Со мной ребята, атаман самолично дал. Отборные. Так вот, им погулять охота. Да. Активисты сейчас в сельсовете ночуют. Часовой при них. А продагенты у Карпушки и Колунова остановились. Ну и сколько же их? Двое. Ну а Федька Орланин? Тот с оружием. Ладно. Идет пора. Слушай меня, Андрей. Связь со мной будешь держать через сына Попова. Никодимку. Жди. Ты особо тут не шали, Егор Алексеевич. Нам же отвечать придется, когда в лес уйдете. Совдеповцы список заложников составили. За каждого убитого продагента будут по жребию расстреливать двух заложников. А из вас, Савкиных, кто в ответчиках? Сын Епифан. Так. Ох, комиссары, захлебнетесь вы крестьянской кровью. Афоня! Поспешай за мной!
На. Пойди отщепи, Микола. На. Кто? Эти люди с Баланды. Пусти перемой с дороги. Не обидим. Не шали, парень. Гости к тебе. Встречай гостей, хозяин. Ну, позвольте. Так. Ага. Хлеб ешь, Эверьяныч? Угостил бы, а? Сами Микиной давимся. Осмелел, старик. Ты что ж, не признаешь нас защитником? Бандиты бы и есть. Не понимаешь, Аверьяныч. Ничего не понимаешь о революции. Кто супротив мужика-то? Комиссары. Продразверстка гребет у тебя все под метлу, а мы, защитники землепашцы, возьмем у тебя в долг одну треть. Ну, половину урожая. Чем расплачиваться станешь, насильник? Не губи, Егор Алексеевич, не губи. Заступник, не отнимай последнего. Не сегодня, завтра сами по миру пойдем. Кто подаст? Детей хоть пожалей, ведь мало мы... А за что? Не надо, Коля, не надо, не трогай его, Касьяныч. Коля, учит он тебя, учит. Надо прекратить. Мелочись, не мелочись, Аверьяныч. Райскими яблоками своими птенцов напитаешь. Яблоков дам, а хлебостать. Здесь я приказываю. Егор Алексеевич, побойся Бога. Господи. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Аверьяныч, ты кого же провести-то захотел, старый хрыч? По ночам хлеб печете, думаете, никто не увидит? Ты приказ наш выполнил? Атаману Попову помог? Все, крыть-то нечем. Давай, ребята, забирай у него всю муку и всю выпечку. А яблоки у него должно быть на чердаке. Надо слазить. Твои активисты где, Аверьяныч? Это какие? Ну, Петрух старшой, да Пашка меньшой. В лес уехали, по вызову. Брешешь. В сельсовете они портки протирают, кумекают, кого еще из затонцев ответчиками заделать. Вот она, власть-то. Душегубцы. Егор Алексеевич, ИСУ, а? Уходить надо. А яблоки? А черт с ними, еще наведаемся. Мужики! Продотрядовца! Накормим красопозы! Айдатики! Айдатики!
Видишь? Какое дело, товарищ? Хлеб оно. Конечно, действительно. Как же? По-человечески ешь ли? Что же это, товарищ? А ты не была? Вон там. Израиль, таль живой. Как же так верите? Человек помирает. Где раненый? Вон там. Бед знать порешили. Пострелять заложников. Вот те раз. Рехнулись комбедовцы. Но! Скорейте! Но! Пошел! Черт! Мальчик! Скорейте! Милый! Все собранное по продразверстке сдашь под расписку. Уездному комиссариату по проддела. Зайдешь в УКОМ, товарищу Жабатину. Передашь. Передашь ком привет.
что еще? За Бозом пойдет половина моих бойцов и мой помощник. Будешь ему подчиняться. Активистам раздай патроны. Вань, дело тонкое. Мужик истощен до нельзя. И бедняк, и середняк отдали городу последнее. Этот обоз ты должен довести до Укомпроду. Он дался нам кровью наших соратников. Давай, командуй движение! Рогай! Проскочили. Да это бог. Ты что, верить стал? Катька сагитировала. Ладно, хватит. Главное, ребята, держи винтовку на изготовку. Никакой Пишкин тебе не просунется. Принимай подлогу! Ты чего? Черт не знает, что там впереди. На душе неспокойно.